Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Итак, новости всего три, зато какие. Начнем с первой. Жители Безбожника растапливают снег. Дело в том, что жители поселка Безбожник уже две недели живут без воды. И есть подозрение, что когда безбожники звонят коммунальщикам и просят воды, те им отвечают: нет бога, нет воды. Дальше. Кировчане смогут окунуться в мир масок. Производители кремов для лица из этой новости могут украсть для себя название магазина. А вообще, окунуться в мир масок достаточно просто. Нужно всего лишь смотреть на город Киров вот под эту музыку. И последнее. В Слободском налетчик отобрал у пенсионера сигареты и обогреватель. Курение не только убивает, в Слободском оно еще и подмораживает.